эти выходные конечной точкой нашего маршрута был родник в Дьяковском лесу. Лесу посреди степи, самом южном лесу в Европе. Но, как это обычно бывает, по дороге мы заезжаем в другие интересные места. Например, было очень сложно проехать мимо Питерской мельницы около села Маршанка Питерского района Саратовской области. Еще лет 8 назад это место выглядело так. Стояла одна единственная сохранившаяся в Поволжье ветряная мельница 1840 года постройки. Пока в 2015 году не решили это место облагородить для привлечения туристов. Отреставрировать мельницу – нет. Мельницу просто уничтожили. И на этом же месте собрали новую. Во сколько раз упала ее ценность как исторического объекта? Процентов на 90, и то благодаря тому, что сами механизмы остались в целости. Кого тут похоронили? Это перенесли. Говорю, они были где вот тот район бесед. Их было три. Куда еще два били? Первое. Шиномраморскую все под огурцы вытащили. Нет, ну просто понятно, что перенесли, но это кто? Вот памятник ты. Поставлен. О, усердием оставшиеся су. О, чего познавать? Кому? Вопрос. Вот был черный, я тебе фотку пришлю потом. У меня есть там больше. Вопрос кому? Вот тут написано. Было. Видишь, оно ушло. Потому что он спиной лежал. Стерлось все. Рядом построили домик мельника. Очаровательный музей сельского быта. Как все маленькое. А ты знаешь, это? Они реально были маленькие. Вот там, мельники были маленькие? Все были маленькие. Лермонтова были, там кровати вообще. Это причина или следствие? Ты знаешь, что каждое следующее поколение выше предыдущего? Нет. Знай. Господи, я что-то давно замечено. У меня тетя была 173 сантиметра, она была дылдой в классе. Во мне 172. А она 50-го года. Я дылда в классе. А я самая высокая. Ну, правда, это тоже наводил, честно говоря. Нахера было хорошо? Не дебил. Интересно, это старинное зеркало? Не иначе. Говорят, можно посмотреть и потом... Слои, типа, сойдут, можем сказать, в прошлое. Не-не-не, когда на него смотришься, типа, там что-то можно. Ну, я не знаю, как это работает. Нет, к самому месту претензий нет. Встретили нас очень доброжелательно, но мельницу разрушенную жалко. Уж если и построили новую, то хотя бы развалины старые оставили. Деревню Маршанка основали государственные крестьяне, выходцы из Пензенской Тамбовской губернии. Крестьяне занимались земледелием, очень гордились своими мельницами, которых было аж 9, и одна из них с нефтяным двигателем. Теперь из них не осталось ни одной. Эти? Что у них за желтые эти? Ну, это. Метка. А это Логиновка с ее знаменитой Пизанской колокольней. Эта церковь
уже не подлежит восстановлению по результатам экспертизы, но история ее очень интересная. Видите, сама церковь из кирпича, а колокольня у нее деревянная. А получилось это так. Этот казанский храм был изначально деревянный, построен в 1857 году. Но затем Парфен Яковлевич Копиенко, житель села, вернулся с войны героем побед на Шипке. И с его руки на пожертвованные деньги храм начали обкладывать кирпичом. Но закончить работы помешала Первая мировая война, а затем и революция. Вот так колокольня и осталась деревянной. Проект храма раздобыли специально посланные люди в Москве. Им очень понравилась одна из церквей, и они воспользовались ее проектом. Церковь была богато украшена хрусталем, золотом, даже пол был паркетный. Сейчас остатки былой роскоши просматриваются только в проступающей настенной росписи. Фигня, мы уже полкилометра прошли. Село Дьяковка с рекой Яруслан. По такому подвесному мостику ходить стремновато, особенно толпой из 10 человек одновременно. Но атмосфера здесь прямо хтонической Руси. Господи! Ты представляешь этот... Меня уже... Ты всем бошки отрываешь. Я такой кино вижу. А вы понимаете, что нам еще назад идти? Появляется Человек-паук. Ой. Такая, вы хотели цветную воду? А ты что, серьезно что-нибудь боишься? Он зачем в бок пошел?
Что там за звуки? Он тебя сзади придерживает. Я перила, просто они ушли. Такие поездки просто необходимы, чтобы почувствовать, что время неумолимо разрушает все на своем пути. И что удивительное рядом –